Здравствуйте. 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 Ребятки, всем привет, с вами канал Греков ТВ. Как вы видите, сегодня у нас на ужин шашлык, который приобрели, как всегда, в кафе шашлык63.рф. Мы постоянно там берем шашлык, причем большими порциями, то есть по 3-4 килограмма. В данном случае у нас 3 килограмма шашлыка. Вот. Это корейка свиная. Вот так вот все это выглядит сочно. Сейчас горячее. Сейчас мы будем это все кушать. Так сказать, ужинать. Вот. Большое спасибо администратору, который работает на выдаче данного шашлыка по заказам, которая дала мне в подарок лаваш и соус. Я этого не заказывал. Он говорит, возьмите, пожалуйста, Дмитрий, себе в подарок, так как вы являетесь нашим постоянным клиентом. Очень добродушная. Вот. Так что, ребятки, не забывайте посещать кафе шашлык63.рф. И если вы скажете, что вы от Греков ТВ при каком-либо заказе, то я думаю, вам сделают шашлык более вкусный, более сочный и по каким-либо скидкам. Может, либо сделают какие вам подарочки мелкие, но приятные. Вот. Так что не забывайте про кафе шашлык63.рф. Все, всем пока.